Сколько бы лет не прошло с того времени, когда во время Великой Отечественной войны враги были изгнаны с кубанской земли, мы не вправе забывать величие ратных подвигов солдат-освободителей. И российские поисковики всеми силами стараются увековечивать память погибших при защите Отечества. Участники межрегиональной поисковой экспедиции «Битва за Кавказ», поисковики Кубани и других регионов России собрались на территории фестивальной поляны, расположенной в окрестностях хутора Прикубанского, чтобы торжественно открыть экспедицию. Их приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Это интересно нашей молодежи. Мы обязаны им передать эту правду о нашей войне, о воинах-освободителях. Я бы пару слов хотел сказать, что на территории нашего района уже более 20 лет работает отряд «Кубанский рубеж». Это настоящий патриот. Мы с ними буквально за последние годы произвели перезахоронение останков наших воинов. Я желаю вам удачи, желаю вам терпения. И хочу сказать и поблагодарить вас за ту патриотическую работу, которую вы проводите, потому что она очень сегодня важна и нужна. Сражение по прорыву линии обороны немецко-фашистских войск, известной как «Голубой линии», были самыми кровопролитными и продолжительными в ходе освобождения Кубани в 1943 году. И поэтому работы по поиску павших в боях героев там еще немало. Собрались поисковики из нескольких регионов России. И сегодня начинаем, сегодня работаем. И будем работать в течение недели в этих местах. Задача поднять, установить воинов, погибших. Ну, по возможности найти родственников. И перезахоронить с почестями. Поисковики приходят и остаются те, кто наделен обостренным чувством долга, кто любит свою родину не на словах, а на деле. Только за 5 лет членами поискового отряда «СДБОР» обнаружены останки более 100 бойцов и командиров Красной Армии. Люди приходят, уходят, но те, которые наши, мы их называем наши, они остаются с нами до конца. Понимаете? Поэтому ничего тут страшного нету. Каждому, как говорится, свое. Ну вот, если люди поисковик, он, значит, он до смерти будет заниматься этим делом. Это нам по душе. У нас, я всегда говорю, что поисковики – это люди с обостренным чувством долга. Поисковики отряда «Кубанский рубеж» клуба по интересам К-95 прекрасно знают места, в которых будет работать экспедиция. И территорию уже знаем, и за долгие годы поисков знаем примерно, где что находится. За время существования отрядом было поднято около 1000 бойцов и перезахоронено с почестями. В частности, в этом году уже дважды перезахоронение было. После долгих исследований это в районе Троицкой было обнаружено госпитальное захоронение, 20 бойцов. И как никогда были все опознаны, все 20 имен увековечены. Поисковики выдвинулись на работы в район боев по прорыву голубой линии на правом и левом берегах реки Курка. Уже обнаружены останки безымянных советских солдат, многочисленные артефакты Великой Отечественной войны. Память нужна не мертвым, память нужна живым. Эти слова стали руководством для действия поисковиков экспедиции. Андрей Вишневский, Константин Монастыренко. Программа «События».